Местные жители уже ощутили на себе изменения качества дорог в округе. За прошлый год их состояние значительно улучшилось. Рабочие устранили 7500 ям общей площадью почти 50 тысяч квадратных километров и отремонтировали 34 автодороги. Чтобы покрытие служило дольше, использовали новые асфальтобетонные смеси. Все это помогло снизить количество аварий. Положительная статистика и по снижению травматизма на железнодорожных путях. Для этого мы ликвидируем опасные тропы, благоустраиваем подходы, подходы к платформам, проводим совместные рейды и занимаемся информированием граждан. За прошедший год смертность на железнодорожных переходах, переездах снизилась на 13%. Плотное взаимодействие с полицией и прокуратурой привело к тому, что в 2022 году Одинцовский округ стал лучшим в регионе по обеспечению безопасности жителей. Общее число преступлений уменьшилось на 2%. По отдельным категориям мы и вовсе видим отличную статистику. Разбоев стало меньше на 10%, грабежей на 3,6%, краж на 28,9%, почти на треть. Общий процент раскрываемости по сравнению с прошлым годом увеличивался и составляет почти 72%. 144 преступления раскрыты с помощью системы «Безопасный регион». В 2022 году в округе установили 7500 видеокамер в школах, детских садах и на других социальных объектах. Это самый большой показатель в Подмосковье. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».